Нажмите любую клавишу. Я нажал. Это мальчик. Или девочка. LS двигается. Теперь я знаю, что такое LS. Это left stick. Двигаемся. Ой, там кто-то со мной здоровается. Извините. Не сейчас. Куда двигаемся? Интересно, движение идет только в 2D. Вперед-назад. Куда плывем? Вверх. Так, сплыли. Far changing tides. Ой, да, tides. Здравствуйте. Что у вас интересного происходит в жизни? Как настроение? Как семья? Как дети? Куда мы хоть двигаемся? Хоть бы сказали мы. Так, туда нельзя. Сюда нельзя. Вниз. А, вниз-то вверх. Вниз просто жмем. Ага, вот так. Мы проплываем снизу под водой. Всплываем вверх. Такой маленький ребеночек. Че, опять что-то снизу надо будет делать? Нет, тут никак. А, прыгать. Окей. Звуки прикольные. Классные звуки, мне нравятся. Кое-что проверим. Так, все проверено. Всплываем с вами, друзья. Упрыгиваем. Опа. Кстати, прыгается хорошо. На геймпаде играю. На геймпаде. Так, что-то здесь нужно. Что делать? Нажмите А, прыгнуть дальше. А, нажмите и удерживайте. А, то есть, когда зажимаем А, он выше прыгает. Если чуть-чуть, то он короткий идет. Прыгал. Могли бы сделать двойной, кстати, указание. О, двойной тоже есть. Смотрите. Смотрите. А, нет, нет. Так, ныряем. Ныряем, уходим под воду. Поднимаемся выше. Ну что, как подняться? А. Нас не обучают подниматься, значит, подпускаемся ниже. Снизу ничего не происходит. О, вот как нужно было. Нужно было снизу просто как бы поднырнуть. А, запрыгивайте, а запрыгнуть и подняться. Понял. Блин, игра прикольная, мне нравится. Бульк. Блин, шикарная игра, мне нравится. Такая атмосферная, знаете. Хоть смотри, что под внизу. Он туда вдаль можно же плыть, надеюсь. Так, все. Ну, скорее всего, туда. Нет. Ну, вон туда же, наверное, плыть надо будет. Странно. А, вот куда. Все-таки моделька все равно только, ну, в таком. Вверх-вниз смотрим, и все, больше никуда. А, прыгнуть, наверное, надо. Да, прыгнули. Музычка, озвучка обалденная. Все время забываю, что нужно зажать клавишу. А, X, чтобы взаимодействовать. Толкаем. Секс, игра, просто огонь. Но, скорее всего, нам нужно все равно поближе подвинуть. Вот так, да, чтобы запрыгнуть. И вот так вот. Теперь надо присесть как-то. На какую кнопку приседать? О, это мы увеличить можем. Так, а как присесть? Я только что как-то присел случайно. А. Блин, может быть, я все-таки не туда толкал. Я думал, в окошко. А на самом деле, вот сюда, может, надо. Вот сюда вот. Вот, да, ой. Все правильно. Эх. Стараемся, толкаем, толкаем, друзья, толкаем. Толкаем двери, оставляем, запрыгиваем, запрыгиваем. И ныряем, кажется, да? Бульк. О, мы с вами еще те ныряльщики. Блин, игра классная. Я не знаю, почему вот, чем больше играешь такие игры, ну, в разные, тем больше начинаешь кайфовать от разнообразия игр. Ну, насколько они все-таки... Разные, интересные. Так, так, плывем, плывем, выплываем. Опять их взаимодействовать, это я уж помню. Двери открыли, зашли вовнутрь. Ага, тут лестница. Нет, да, тут уже лестница. Вверх. Опять лестница. Теперь что, прыгаем вниз? О. А, это музыка заиграла. Блин, слушайте.
Атмосферно, атмосферно, друзья, атмосфера просто кайфовая, просто кайфовая атмосфера. Мне нравится, обожаю. Очень нравится. РТ, чтобы увеличить масштаб. Вот, мы увеличиваем с вами, да. ЛТ это перестать увеличивать масштаб. Так, зачем, для чего нам это нужно, увеличивать масштаб? Типа посмотреть картины, что ли? О, это все можно двигать. Друзья, это можно двигать, а значит, мы падаем в воду, жмем и тащим на себя. Давайте посмотрим, как это ближе смотрится. О, прикольно, отпускаем, запрыгиваем, толкаем дальше. Самый уголок, отпускаем, запрыгиваем, бьем. Что с этим делать? Для чего увеличить масштаб, непонятно. Я явно должен с этим что-то сделать. А что? Непонятно. На данный момент мне вообще непонятно. Почему-то я уверен, что я все правильно сделал. Давайте под воду уйдем, посмотрим, что здесь делается. Под водой у нас делается ничего. Так, единственное, что мы сделали, это вот... Взяли на себя горшочек. Зачем нам горшочек? Ставим, запрыгиваем. Хм... Для чего нам горшочек? Для чего-то же он нужен? Ну, чтобы забраться назад. А, во! Обалдеть! Что с этим делать нам? Странно. То есть я прыгнул, нажал на X. Оттянул все это. И что я теперь должен делать с этим? Мне совершенно непонятно. А, вот что делать. Так, я оттянул сюда. А как нам это закрепить? Нам это закрепить нужно где-то. А, нифига не надо закреплять. Все нормально. Просто отпустил и все. Хм. Головоломочки, это интересно. Зачем мне цветы, я еще не знаю. Ладно, я эту фигню оставлю. Если что, вернемся к цветам. Посмотрим, что сверху. Плывем. Плывем, плывем, плывем. И здесь что у нас? Здесь у нас... Опа! Мы бегаем. Почему-то весь город под водой. Что случилось? Это Венеция, что ли? Под водой. Там же тоже что-то интересное может быть. Вдруг мы все пропустим. Интересно, что хочется проверить, что там и что тут. Везде, везде что-то есть. И везде это без нас может пройти, если я не буду внимателен. А я люблю быть невнимательным. Так, что-то почему-то целую локацию проплыли, ничего не происходило в ней. И это печально. Ага, поднимаемся. Поднялись. Нихера не поднялись. Так, стоять, что-то под водой. Внимание. Внимание, друзья. Что-то здесь у нас. Куда-то мы с вами завалились. Поднимаемся наверх. Поднялись. Так, кнопочка. Взаимодействовать. Что мы делаем, не знаю. Что с этим делать мы должны? Отсасываем воду. Ничего себе. Сосем, сосем. Отсосали воду, получается. Открыли дверь. Господи, какой интересный голос. Слушайте, у меня такое ощущение, что я вот забурившись в одно место. Так, а что такое, что происходит? Мы теперь как-то красивым станем? Какая-то броня появилась. Зачем нам броня? Что мы с ней будем делать? Разработчики игры, конечно, интересные люди. Опа. Все топит меня. А, я теперь плавать же могу в этом. Я теперь быстро плавчик. Нажмите А, чтобы придать импульс. Типа, быстрее плыть начинаю? О. Под водой, смотрите, как мы быстро плаваем. Как мы быстро плаваем. Однако мы вернулись сюда, где мы были.
Что мы должны здесь под воду делать? Давайте заново проверим, что мы будем делать здесь. Так, мы здесь я был. Если я отсосу. Стоять. А, все нормально. Все же нормально. Нас, короче, по плану выставили наверх. Теперь мы вот здесь обитаем. Что будем делать здесь, я не знаю. О, открылась дверь. Вот что случилось. Дверь открывается и нас пропускают в следующую локацию. Фу, ну и игрулька, конечно. Так, здесь ветра гуляют. Там лесенка. Посмотрим, что под водой. Раз мы быстро плаваем. Нас научили быстро плавать, значит, мы должны этим пользоваться. Там лесенка была, но я в нее не забирался, поэтому... Сейчас мы... Опа. Стоять. Что-то всплыло, видите? Не зря я все-таки погрузился. На дно что-то там всплыло. Зачем нам все это интересно? А, чтобы с нее запрыгнуть на лесенку. Вот для чего нам все это. Так, цепляемся. Ага, нельзя, значит, ускоряться. Только так. Простым ходом толкаем. Все-таки не зря я под воду пошел. Говорится, жопка чуяла. Итак, поднимаемся наверх. Какой-то корабль. Наверх не запрыгнуть. Дверь открывается. Заходим вовнутрь. Так, дверей больше нет. Поднимаемся наверх. Что же нас ждет наверху? Вот в чем вопрос. Так. Так, что-то поехало. Мы находимся в этой штуке. Сейчас как выстрелит. Отдать швартовый. Опа. Это корабль все-таки, друзья. Неплохо, друзья. А это что у нас? Вот это вот. Парус. Интересно. Интересно, конечно, придумали разработчики. Сейчас еще натянуть пару, да? А, вон туда, скорее всего, надо. Сюда. А это что такое? Вот это вот, что такое? Что это? Чем я управляю? А, это я парус поворачиваю, типа по ветру и против ветра, да? Неплохо. Интересно придумано. Ну-ка, а как ветра поймать? Во. Ветер пойман, да? Натянули. Как надо. Красота. Я мы с вами юные пираты. О. Да что, пролог только заканчивается? Начало пролога? Тихо, 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 там что-то случилось. Там у меня парус разошелся. Неправильно. Во, пошло дело. Уловили ветер. Блин, игра классная, слушайте, мне нравится. Такая кайфовая. Меняем водную локацию, я так понимаю, на землю, на горы всякие. Кстати, стоим на краю, так камера отдаляется. И мы с вами как будто бы со стороны немножко под наклоном смотрим, куда
Интересно, если не тормозить, мы впендюлимся? Хорошо, идем. Странно, что при этом мне ничего делать не надо. Все, что ли, закончилось? Стоять. И, наверное, может быть, получше выставить. Опа. У меня почему-то жестик вибрирует. Может, потому что мы врезаемся во все подряд? ЛТ, уменьшить масштаб. А для чего? ЛТ, уменьшить масштаб. Мы сейчас не ударимся чисто случайно об эту хрень вверху? О. Я же говорю. Может быть, в этом и был смысл? Не просто плыть на нашем корабле, а еще его это? Ну, внимательно следить за ним. Хотя бы. А то я как орел. Не следил. А это, может быть, было частью геймплея, а не просто смотреть за кораблем. Чтобы нужно было хорошенько убирать парус. А я это... короче, плаваю такой, как красиво, как здорово. Невероятно. Какие виды. А это часть геймплея. Не, ну я молодец, конечно же. Просто при любой непонятной ситуации надо это складывать парус и все. Ну, мне так кажется. Он просто кнопку опускать, весь парус опустил и все. Пусть все плывет, да пусть плывет. Я, кстати, научился управлять, смотрите. Ой. Ну, наверху, короче, есть метка, видите? Такая зелененькая. Ой, тормозить надо. А я не умею. А, все, поздно же. Уже не нужно. Уже не пригодится. Все, падай. Ладно, пойдемте вверх теперь. Так, конвейер какой-то. Приплыли. Юные пираты приплыли. Что-то мы тут с вами сломали. Неплохо. Распилили пополам. Теперь мы толкаем, скорее всего. Отлично. Теперь мы это тащим куда-то. Еще не знаю куда. Но явно вот сюда, чтобы запрыгнуть наверх. Вот зачем нам все это. Интересно придумано. А, вот куда. А здесь что у нас? Что с этим делать? А, это смазать. Здесь смазать. Во, смотрите. Сейчас починим. Сварочный аппарат. Господи, какая чудная игра. Теперь мы все это отодвигаем, чтобы продолжить наш путь. И наш корабль благополучно поплыл дальше. Но почему-то без нас. Корабль, смотри, без нас не плыви. Капитана-то нет. Ой, ёпт. А, все нормально? Да, все нормально. Корабль должен проплыть. Ничего не трогать. Нельзя ничего трогать. Потому что мы должны спокойно проплыть, без всяких замешательств и проблем. Блин, а эту же фигню можно было взять, наверное, заварить вот эту нашу сломанную. О-о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 -
получается. Можно было и наш корабль можно починить, наверное.
Жаль, 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 что я так долго думал об этом и так и не сделал о том, что думал. Блин, игра, конечно, прям такая захватывает, захватывает. Мне нравится. Кайф. Не зря купил. Хотя да, купил в Стиме, представляете? А не как вот многие у нас любят. Все, давайте ставим парус. Одинокий. Оп. Поставили парус. Оп. Поднялись наверх. Поднялись. Взяли, спрыгнули. Так, двигаем. Вот видите, сейчас я двигаю, и парус поднимается. Ну, вот это вот такой маленький, маленький парус, мини-парус поднимается. Когда мы доведем его до верха, натянется второй, видите? Вот, все. И со временем, если не трогать, да, ветер если поменяется, этот парус, он просто опустится вниз, начинает опускаться, и вам нужно будет подкорректировать, так сказать, наш путь. Оказывается, все не так уж и сложно, как оказалось на начало. Вот видите, он падает. Смотрите, сейчас он уйдет, и парус. Вот сейчас раз, два, три, парус опустится. Вот он. Оп, все. Вот о чем я говорил вам. Теперь сейчас мы его подкорректируем, и он поднимается снова. Причем, чем ближе к верху, тем лучше он идет. Он быстрее и натягивается. Видите, идеально. Мы с вами идеальные моряки, друзья. Что-то, видите, прям ветер очень сильно поменялся, поэтому нужно очень сильно оттягивать по-другому. На заднем фоне мы видим с вами оленей. Не только главного оленя в виде нас в середине, но и там позади. Он нас увидел и начал убегать. Но мы заняты немножко другим. Мы управляем нашим замечательным кораблем, который продолжает путь сквозь эти леса, поля. О, господи. Смотрите, там вдали олени бегают. О, так мило. Так, сейчас мы натянем парус. Снова натягиваем. Блин. Тяжело, конечно, держать в определенном рамке, но неплохо. Но пейзажи, слушайте. Сразу видно, не один человек это писал, да? Один бы человек столько бы не нарисовал такие длинные большие пейзажи. Один бы человек остановился на одной сцене и все. А тут даже вот эти 22 минуты, что мы сейчас находимся в игре, задний фон впечатляет. Так, снова. Опа, думал натяну, а оказалось нет. Тоже нет. Что-то не туда я тяну, друзья. Прям вот так вот. Настолько сильно надо было натянуть. Ну ладно. Стоять. Стоять, не шевелиться. Падает, натягиваем назад. Не даем упасть. Друзья, в принципе, когда падает, это плохо. Но самое главное знать методы поднятия, и тогда все будет хорошо. Странно, что мы так долго плывем. Так начинаются всякие помехи. Может быть, нам пора уже опускать парус, я не знаю. Не, продолжаем плыть. Нет, все-таки удары сильные какие-то. Ай-яй-яй, я дурачок, я балбес, я балбес, я балбес. Ой, я что-то не подумал о том, что можно. Короче, когда видите препятствие, нужно опускать парус, друзья. Я вот. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется. Мой корабль сломался, вот к чему все это. Потому что, видите, у меня не работает эта штука. Ой-ой, это печально. Жалко, может как-то починить? Может, давайте посмотрим. А то мы так с вами давно не плавали. Ой, не были здесь. Не, нельзя, к сожалению, жалко. Так, подниматься отсюда. Продолжаем наш путь моряка. Но, к сожалению, флагом мы уже не управляем никак. Так, давайте попробуем. Может быть, его можно как-то починить, знаете, опускаю его. Давайте его опустим. Может, как-то починить можно? Это интересно. Здесь можно починить, что-нибудь сделать?
Может быть, кстати... Опа. Что это значит? Ага. Так, давайте посмотрим. Так, в принципе, ничего нельзя сделать, да, только поднять его можно. Но флаг у нас уже, как минимум, не контролируется. Настолько убитый корабль из-за моей глупости. Ладно, давайте пробовать дальше. Что с этого выйдет? Так. Так, хотя нет, управляет. Смотрите, я опустил, и теперь я управляю им. Падает. Не падает. Или это он сам поднялся? Не-не-не, это я управляю все-таки. Странно, что в какой-то момент он перестал управляться. Ладно. Ну, продолжаем наш путь. Наше путешествие по морю. Слушайте, мне вот нравится почему-то в последнее время такие игры, знаете, сделанные на геймпаде, что они пытаются в одну игру засунуть много всего. Допустим, мы плавали с вами. Теперь мы с вами плывем на корабле, да? Возможно, далее воды вообще не будет уже, но локация водная уже будет пройдена. Ну, я про то, что... Опа, какая-то локация начинается. Что все вибрирует? Что происходит? Отпускаем все нафиг. Что-то случилось? Я просто испугался и все остановил. Может быть, не стоило? Ладно, поплыли. Может быть, в этом и есть план игры. Заставит нас волноваться. Так, поднимаем флаг. Продолжаем плыть. Чё, в какую сторону-то? А, сюда. Окей. Окейушки. Так, кажется, я вижу берег в конце туннеля. Да, тормозить надо срочно. Нет, не надо тормозить. Все нормально. Все нормально. Берег-то виден, но, в принципе, все нормально. Так, сейчас мы долбимся во что-то. Ёб твою! Все же нормально? Все же по плану, да? Я же опустил, да? Ну, я опускал, я старался как мог, так что... Посмотрим, что тут. Тут у нас длинный-длинный завал. Неплохо. Интересненько, друзья. Сейчас мы с вами врежемся. А якоря здесь нет? Чисто случайно, может быть, где-нибудь здесь он? Может так? Не? Сейчас долбанемся. Дыдыщ. Все, мы встали. Это означает, что мы с вами продолжаем путь. Путь ионного пловца. Эту хрень нам явно толкать надо. Пока не знаю, правда, куда. Но толкаем ее вперед. Вперед, чтобы запрыгнуть. Слушайте, вот знаете, такие головки, мне кажется, иногда, что нужно для детей. Но мне кажется почему-то, что в такие игры дети не играют от слова совсем. Ага, нырок. Поднимаемся. Какой-то постапокалипсис. Так, стоять. Ага, это надо масло под в огонь подлить. А в масленицу нам как-то попасть надо, я так понимаю. Туда наверх. Написано, что масло туда. А куда туда? А, туда. А, вот, разжигаем типа огонь, друзья. Поняли, да? Кочегар я. Так, опустились. Все, забраться-то можно? Что, куда мы с вами поехали? Так, мы так сделали. Ладно, выходим, короче. Не, нам наверх, наверное, надо попробовать, потому что они не вперед. Давайте-ка вперед, попробуем наверх забраться, там можно. Так, интересно. Теперь мы сюда пойдем. Здесь мы еще не были.
Тут у нас какие-то штучки наверху. Опять нужно кочегарить. Ага, тормозни. Ты куда? Куда ты идешь? Куда ты падать будешь? Упало, окей. Ну, масло нам надо, скорее всего, чтобы дальше ехать на кочегарне. Так что давайте посмотрим, что здесь можно. Блин, то тут все можно взять, смотрите. Может быть, нам это все понадобится, я не знаю. Вещи какие-то собрали. Блять, упал. Я упал. Но, скорее всего, это просто вещи, которые мы подожгем. Вот в чем я дело говорю. Про это. Потому что бензин-то понятно, для чего нам нужен. Ну, топливо. А вот. Ой. Ой, так это все, наверное, можно было повесить. Вон туда. Ага, видите, я туплю. Ага, вот что можно было сделать. Окей. Пусть едет. Уезжай. Так, здесь что-нибудь можешь подобрать? Нет, тут карта местности. Неплохо. Интересно придумано. Интересная графика, динамика и так далее. Так, прыгаем сюда. Теперь нам нужно что? Вещи нам нафиг не нужны. Это тоже не надо. А это что у нас? Это масло. Масло мы с вами добавим вот сюда. Ну, поехали. Или что здесь? Стоп какой-то стоит. Не, все нормально, все по плану едем, друзья. Нормально, кстати, идет. Хорошо едем. Здесь хотя бы нам кнопки надо нажимать, друзья. В отличие от предыдущей игры. Вот сейчас долбанемся. Ёк-макарёк. А мы сможем тронуть с места все это? Нет. Давайте посмотрим. Масло здесь, как мы видим. Масло ставим пока что здесь. Поезд наш херачит. Что? Блин, не запрыгнуть сюда. Вот сюда. Хрень какая-то непонятная. Но что-то с этой хренью делать нам надо. Ага. Ты догадываюсь, что нам нужно одно из наших вещей. Одно из наших сумок, которые там. Чтобы зажать, да? Давайте попробуем. Нет. Что-то не то. Зажал, держу, нет. Поставил, не хватает веса, как будто бы. А, вот, песочек. Все правильно, я придумал, просто песок нужно было поднять. Хм, странно. Удивительно странно. Ладно, друзья, давайте на этом мы с вами остановимся. Эти ломать головоломки. Вот. Если вам понравится, поставьте лайк, и мы продолжим играть с вами. Вот. Знаете ли, друзьяшки, очаровашки. Вот. Ставьте лайк, посмотрите, хорошо, продолжим. Нет, так нет. В общем, всем счастья, здоровья, любви, хорошего настроения. Всем пока-пока. Вот такая вот эта замечательная игра.